похоже, в Роскосмосе все начало трещать буквально по швам. Так этими днями выгнулись еще два российских спутника. Это спутники дистанционного зондирования Земли, ресурс П, номер 2 и номер 3. Они не работают из-за отказа электроники, передают РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова. Во-первых, причина техническая. Она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому это не выносится в медийное поле. Причины по отказам, они, если так сказать, говорить общим языком в отказе электронной компонентной базы, сказал глава предприятия. Накануне же представитель Роскосмоса Юрий Макаров заявлял, что госкорпорация часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных космических аппаратов. Спутники ресурс П номер 1, номер 2 и номер 3 были запущены, соответственно, в июне 2013 года, в декабре 2014 и в марте 2016 года. Соответственно, на ракете «Союз-2-1Б» с космодрома Байконур. Но в настоящее время штатно функционирует только первый космический аппарат. Это уже не первое ЧП с российскими космическими объектами в этом году. Как известно, накануне сошел с орбиты и сгорел в районе Новой Зеландии российский спутник серии «Космос». А в начале января была потеряна связь с единственным российским радиотелескопом «Спектр-Р».